С массовых аварий началось сегодня утро в Хабаровске. В город пришел снежный циклон, который парализовал движение по всему краевому центру. В одном из ДТП пострадало сразу 12 автомобилей, среди которых 4 рейсовых автобуса. Репортаж Арины Солдатенковой. Вот такое доброе утро людей. 8 машин, ничего не посыпано было. Авария с участием сразу 8 автомобилей произошла на улице Запарина. Одна из дорог в центре города оказалась полностью перекрыта. Пройти невозможно. Не то, что проехать, он гололед. Кто бы посыпал? Желание дорожников обезопасить движение напротив усугубило ситуацию. Эту машину понесло. Она просто смяла мою машину, он смял то, что у нас были незначительные у всех повреждения, он просто смял все в кучу. Оттуда ехал снегоуборщик, здесь стояли знаки. Убрали, чтобы он проехал, ее понесло, собрал машины. За то, что дороги центрального района не были готовы к циклону, мэр Хабаровска сделал выговор руководству МУП-центр и вынес замечание начальнику управления дорог и внешнего благоустройства. К этому моменту в центре было уже 2 массовых аварии. Королла, Галдинос, Приус, автобус, еще один автобус. В ДТП на Волочаевской повреждено 12 транспортных средств. 4 из них – рейсовые автобусы. До обеда было зафиксировано уже более 20 аварий. Это суточная норма в осеннее время. Из-за гололеда свои маршруты пришлось изменить нескольким автобусам. Видите, уже иду хромаю, уже ногу подвернула. Скользко очень. Дорожники обещали, видите. А... С Южного вообще невыносимо подняться. Вот автобусы идут через Широново 25-го. Одну сторону как где-то 1,5 часа ехали мы. С Южного до Бульвара, там дорога перекрыта, полностью дорога пробка стояла, поэтому мы долго ехали, и люди возмущались. Сменить общественный транспорт с утра пришлось и пассажирам троллейбусов на улице Карла Маркса. Тралики все колом стали, провода оборванные лежат. Бригада МУП «Горэлектротранспорт» сразу принялась за ремонт контактной сети. Пробки в утренний час пик в Хабаровске оценивались в 10 баллов. Арина Солдатенкова, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».